Мне интересно послушать трек. Последняя любовь. Последняя любовь Моргенштерн. А, он к себе даже его выложил. Ты снова куришь, снова слезы на твоих щеках. Опять ждала меня бухого. Ну, это тот момент, который в ТикТоке загрузился. Обещал, что я всю жизнь буду любить тебя. Я рэпер, зай, мои слова не стоят нихуя. Сильная фраза. Я рэпер. Мои слова не стоят нихуя. Хорошая отсылка ко всем рэперам, особенно ру-рэперам. Я подгонок, я изменщик, я газлайтер, я абьюзер. Я не нравлюсь твоей маме, ты хуй с ней. Ну да пусть. Детка, хватит мне уже давать последний шанс. Счастье это не для нас. Хуяный текст, мне нравится. Последняя любовь. Честно, есть ощущение, что самый популярный момент и все то, что делает этот трек, это вот этот кусочек. Вот эта гитара. А ты вернула все подарки, отписалась в инсте. В общем, сделала всю эту хуйню, что делает все. Хорошо. Бля, real facts, real facts, жестко, жестко. И когда будешь быть подругам, то, что я уебать, попроси, чтобы они все мне перестали писать. Я с детства знал, что все девчонки любят плохих парней. Но, детка, я не плохой парень, я плохой человек. И я нормальным быть пытался, но я заебался. Я рожден уебком, недостойным любви. Извини. Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Последняя любовь. Блин, нет ощущения из-за того, что загрузился этот момент в ТикТоке. Ты снова куришь, снова. Как будто он должен быть припевом. Такое легкое ощущение. Слушай, кайф, что рок. Мне нравится. Мне кажется, хорошее звучание для Моргенштерна. Что-то новое. Очень крутой концертный трек. На концертах будет охуенно звучать. Хороший трек. Алишер, лайк. Чат, от 0 до 10. Что думаем по треку? Семерочка, девяточка, десяточка, десяточка, девяточка, семерочка, десяточка. Семь, семь. Ну, в целом, больше нравится. 10. Десяток больше. Не, хорошая песня. Реально, хороший трек. Мне кажется, вот такого Алишера еще не слышали. Точнее, он такой, понял, типа, забытый, потому что Алишер у всех ассоциируется с таким басом, и там, типа, суки-суки. Здесь он такой, типа, за жизнь чуть потер, сказал, что он плохой парень, там, типа, все дела. И сразу где-то здесь картинка поца вылетела. Хорошая песня. В чате кто-то написал. Послушать, мне интересно стало послушать. Чё нет, если да.
Он с этого начинал, да. Я про это говорю, что забытый собой и его аудиторией Моргенштерн именно такой. С такой именно музыкой.